Всем доброе утро. У нас сегодня пасхальное утро. И видите, вот это яичко разбитое. Ну, видите, оно, во-первых, с разводами, потому что вчера батюшка окроплял, и, видите, капли почему-то. Яйцо, в общем, не очень мне нравятся яйца в этом году, как я покрасила. Ну, в общем, ладно, дело не в этом. Видите, оно разбитое. Это Анфиска утром. Слышу. Бьются яйца, ничего понять не могу. Встаю, на полу лежит вот этот зайчик и вот это яйцо. Представляете? Она его гоняла. Лапами. В общем, она лапами катала это яйцо и била оба вот эти вот бордюры фасадные. Представляете, какая бандитка? Просто получила по лбу. Ну ладно, и спряталась от меня. Вроде остальные целые яйца. О, сейчас будем завтракать. Леша пошел постригаться. Мы тут смотрим кристаллы, смотрите. Вау, вообще обалдеть. Вот это прям вообще классно, красиво. Только не касайся, а то она посыпется. Штучка эта. Леша, подстригся? Не, я просто на самом деле всех хочу поздравить с праздниками. Я только вчера узнал, что такое благодатный огонь. Сколько всю жизнь живу. Ну, краем уха слышал, что такое благодатный огонь. Я это кажется такое же интересное явление, как святая вода получается. Тоже она получается раз в год. Есть часовня в Иерусалиме, вот на том месте как раз здесь стоит усыпальница Иисуса Христа, получается, да? А вот там вот раз в год, ну, в определенный день появляется вот этот благодатный огонь. При этом он появляется, ну, как говорят, они исходят с неба, причем там никого нет. То есть он не рукотворный этот огонь, и потом люди этим огнем умываются. И этот огонь разлетается в разные страны, в православные страны, в Грецию, в Россию, в Беларусь, в Украину, в Казахстан. То есть это каким? Через людей разлетается или как? Ну да, самолет, специальный рейс, представляешь? Ничего себе. Он тоже как бы одно из чудес света, кроме вот святой воды, благодатный огонь тоже есть. Такая штука интересная. Ну вот, всех с праздником. Да, ты что-нибудь хочешь сказать? Всех поздравляю с праздником Пасха. Очень хороший праздник. Добрый. Добрый. Ладно, всем желаем мира, добра, здоровья. Пусть ваши сердца наполняются только добротой и несет только положительные эмоции. Да? Да, да. Угу. Чтобы не было зла ни у кого, ни на кого. Ой. Все были добрыми, отзывчивыми, искренними. Вот, мне кажется, это правильно. Угу. Все, давайте чокаться. Кто с кем? Я с тобой. О, не чокаться. Давайте биться. Аня, давай сначала яичко одно съедим. Вот это. Нам-нам-нам. Одно общее у нас яичко здесь. На три части поделили. Ровненькое. Прям как мама любит. Рёма, забери это. Ну что, давайте. Бейтесь. Христос воскрес, говорят, Артём. Христос воскрес. Воистину воскрес. Чё, кто проиграл? Он, всё? Конечно. А, Тёма. Опа. Чё? Теперь мы с тобой? Давай. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ну, Бог-то. А куда? Ну, прямо бей. Да тебя что-то, блин. Чё, ещё одну будешь брать? Давай тебе. Чё ты-то жмёшься? Давай. Христос воскрес. Ой. Ну, поздравляю тебя с... Давай. Ну все, спасибо. А тут целое самое, смотри, тут самое крепкое яичко. Всем привет. Вернее, мы уже с вами здоровались уже. Чего гоню-то? Мы сейчас собираемся в одно место романтическое, за резиной. Чего ты ржешь? Вот, оделись, Артема ждем. Он не хотел с вами ехать, хотел дома полежать, просто так отдохнуть. Хотя, не знаю, он каждый день отдыхает. В общем, ждем его, не дождемся. Ну давайте, бейтесь. Так. Милый. Христос воскрес. О! Крепче держи. Чего? Синий и желтый лук. Видишь, который темный. Он такой. Христос воскрес. Видно, сейчас. Как сильно бьешь. Ты сильно бьешь? Конечно. Сильно бьешь. Все, нет, оставь яйцо. А целое. Это папа теперь. О, целое яйцо, видишь? Да, бьешь. Вот все уже, добил уже. Ну все, все. Это что-то какое-то сильное яйцо совсем. Сейчас попробуем с молочком.
Идет сейчас молоко. Артем, 13 кубрет сейчас молоко идет. Клюква, Нет, не надо. Бабушка дала мороженое, сегодня едим. Ну, пока я начала, он сейчас начнут тоже есть, да? Ну, потаяло, такое вкусное стало, капец. Можно окошко открыть? Нет, нельзя. Зачем? Зима. Воняет. Выхлопным пахнет реально. Ну, открой. Не удивляйся. Муж, мое мороженое съесть. Нет, я не хочу быть красненькой. Я ее съем с собой. Я на диете же. Я сейчас дыму уже ничего. Оно меня дождет. Кто? Мороженое. Не думаю. Они будут закинуть. Закрывай, Артем, окошко. Да ё-моё. Воняет. Вкусное мороженое вот это. Как оно называется? Тёма, помнишь? Золотой стандарт. Ладно, все, поехали. Надо принтер отвезти, который тогда еще, помните, купили давно-давно, но мы не довезли его до нужного, до места назначения. Месяц дома лежал у нас, пылился. Вот. У меня вообще-то бронхит был недавно. Можно вообще мороженое есть? Вообще-то нельзя. Нет? Но я понемножечку съем. Понемножечку, конечно. Ладно, немножечко можно. Лёха, кстати, у нас популярный стал. С ним уже подходит, фотографируется, как с Ольгой Бузовой. Да, Лёха? Ладно, прям. Да, приходит, представляете, куда-то ходил, там, магазин Вегас строительный. К ним девушка подошла, подписывается. Нашего вместе с Полей канала, да? Так что привет тебе огромный. Приятно, что подходите. Будем знать вас на лицо хотя бы, зрители свои. Я смущаюсь. Тебя смущает? Вот бросает. Да ладно, серьезно? Ой, ну вообще. Вот сюда мы приехали, Рашина и Лёша бежит быстрее, быстрее. Здесь всегда красивые такие елочки стоят и зимой, и летом. А это престол есть? Ну, в общем, облом. Нету ни тех, ни других шин. Поедем сейчас в другое место. Куда полез? Хочешь опять грохнуться в этих бампах своих? Смотрите, какие красивые елочки здесь. Прелесть просто. Давай встань здесь, я тебя сфоткаю. Ничего себе, тут всякая фигня. В общем, пришли, говорит, что? Посмотрим, что-то есть, но не знаю, что есть. Боже, здесь воняет. Короче, Лина, оказывается, на твой размер. Че? Хер колесо надел. На мой размер? А что это? Чье производство? Чек зимней резины. Чье производство? Таиланд. Таиланд? В Таиланде делают? Че, хорошая резина? Хэнхук корейская, она так, ну почему-то в Таиланде не делает. Че, давай зимнюю посмотрим резину, какой размер. Зачем тебе зимняя-то, не пойму. Ну, там другой размер маленечко, чуть побольше. Но... И зачем нам зимнюю-то, я ничего не пойму. Зачем ты хочешь зимнюю? Да это... Че, купили? Да. А че не упаковал-то? Пакет этот. А, я только посмотрел, он все влезает прекрасно, ничего не заливает, ничего. Ну, просто они грязные, наверное. Ничего не... Что за пакеты? Ну, зимнюю резину туда положу. Ну все, слава богу. Можно купили. Сказать? Что вышло 4 коса? А? 8800. Что, Варик? В общем, короче, резины в городе нету. Летней. В Рошине, получается, есть все, кроме японского, то есть все отечественное получается. Угу. Теперь моя очередь говорить. Давай, говори. А в гиперавто получается... Да вы уже определитесь, кто из вас. Короче, говори, Артём. Никогда не покупайте овальный чупа-чупс. Это подделка. Не факт. Лучше факт. Потому что у неё нету жвачки. Ну вот я сейчас съем, там конфеты просто. И он не овальный. Тут, блин, резину обсуждает, он с жвачкой... Ну ладно, обсуждайте. Смотрели еще посудомоечную машинку. Ханса. Бош. Ну, в общем, Ханса. Посмотрели, ушли, потому что денег я уже потратила. Так вот, чик-чик-чик. Там половина осталась. Да, Леша? Поэтому чуть позже, да, будет? Ладно, все, мы уже приехали. Заехали к родне, успели. Посидели там. Поздравили. Там Артем, да, поздравили. Что ты делал сейчас?
что ты делаешь? Там просто не стали доставать, там слишком много было. Что, ты 17 человек вообще сложности посчитали? 17 человек мы досчитали. Да, вообще весело было. И кошки побили, да? А, две кошки, да. 19. Одна бандитка, другая такая с оранжевыми глазами и серенькая, пушистая, красивая, да. Одна это драчунья, другая милашка. Вот, что-то похолодало, было тепло днем, а сейчас что-то холодно, мне прохладно. Все в шапках, я без. Чё, я бронхитом же проболела, мне можно без шапки ходить. А, значит, мне тоже можно. Артёма нет, одел. Тёма вообще сначала одел теплую кофту зимнюю, сейчас снял, идет вообще в одной футболке. Ну, он дома оставил. Так что вот, сейчас идем до магазина, до молока купить яблоки. Сейчас дойдем. Мы пришли тут домой. Лёша нам тут напел одну песенку, мы хотим ее послушать. Ходите с нами, сейчас мы послушаем. Я даже ни разу не слышала. Тужься чаще, прямо сейчас головка входит, входит в малый таз. Глубже, чаще, малыш развернут спинкой вправо в этот экстраз. Я такое не слышала ни разу. В этой матке ты был господин, и никого. Это где такое слышно? Только ты один. Ты хочешь появляться? А ты говорю, друзья, много пуповин. Давайте послушаем. Песня называется «Много пуповин». Смотрите. Ого, смотрите, какая красота. Вот это да. Мама, что у него там? Что это мало? Вы это сказали сверху посыпать надо. Сверху посыпать. Ставьте на небанки много раствора, дайте ему полностью высохнуть. Шесада. Потом можно, кстати, под микроскоп поставить, посмотреть, что там происходит. Красиво вообще. Не рекомендую смотреть. Смотрите, какое яблоко Артем предложил купить. Вы видите этот размер? Вот, если даже для сравнения, смотрите, моя рука. И это яблоко, моя ладошка, смотрите. Гигантское просто яблоко. Чего? Мне кажется, для большой семьи такое яблочко. Порезала немного долек как раз. Класс. Небольшие. Фуши. Я, кстати, не люблю яблоки. Фуши, мне кажется, они вообще не очень вкусные. Трава. Ну, не то чтобы трава, они. Ну, трава. Фиса? Ну, она послушная.